Президент Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить в следующем году Беларусь. Страны связывают доверительное всестороннее стратегическое партнерство. Такой высокий уровень взаимодействия официально Пекин поддерживает лишь с 4 государствами, включая Беларусь. Один из самых показательных проектов двух стран – индустриальный парк «Великий камень». Летом следующего года на его площадке состоится глобальный экономический форум «Один пояс, один путь». Это одна из договоренностей, достигнутых во время июньской встречи двух лидеров в Циндао. К слову, сегодня в Китае отмечают День образования Народной Республики. С национальным праздником председателя Си Цзиньпина и китайский народ поздравил президент Беларуси. Самый молодой райцентр Могилевской области Дрибин отметил 75-летие освобождения района от немецких захватчиков. Минуты молчания его жители и представители общественных организаций почтили память павших в годы войны. Тогда район был фактически стерт с лица земли. А в Дрибине фашисты устроили лагерь смерти, где погибли свыше 5000 человек. В день города особые слова благодарности за восстановление родной земли звучали в адрес ветеранов. Арина Соболенко поднялась на 16 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Белоруска улучшила свою позицию на 4 места. Это результат победы на турнире в Ухане. Напомню, в финале Арина выиграла у Аннет Контавейт из Эстонии 6-3, 6-3. Это уже второй титул в карьере Соболенко. Благодаря ему она не только поднялась в рейтинге, но и заработала $500 000.